За прошедшие сутки в республике произошло 9 аварий. Погиб один человек и 9 пострадали. По данным ГИБДД, в Алаторском районе 38-летний водитель, находившийся за рулем «Приоры», пренебрег правилами дорожного движения и зашел на затяжной поворот, не снизив скорость. В результате машина стала неуправляема и вылетела в кювет, где перевернулась. В аварии погиб водитель, а 49-летний пассажир получил различные травмы. Сейчас он находится в центральной районной больнице «АллатРа». Сегодня около 3 утра на Егерском бульваре водитель не справился с управлением и влетел на девятки в столб. В итоге пассажир был отправлен в больницу с порезами на лице и повреждением ноги. А 20-летнего водителя лихача доставили на медосвидетельствование. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что с начала года на дорогах Чувашии в нетрезвом виде было задержано 5159 водителей. Из них 761 – пьяный водитель либо уже был лишен прав, либо их совсем не получал. Уже сегодня днем в сети было опубликовано видео очередного неудачного маневра. Как утверждают очевидцы, девушка за рулем иномарки, не справившись с управлением на перекрестке возле дома МОД, остановилась в столб. Кстати, в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения. С 1 сентября перевозка детей до 12-летнего возраста без специальных детских удерживающих устройств запрещена. За данное нарушение установлен штраф в размере 3000 рублей. Сейчас пока 500 рублей.